Вот такой аппарат на днях забрал из X-Motors. Это GBM Dexter. Взял дочке, будет у меня учиться ездить. Я не удержался, конечно, сам уже прокатился здесь. Что могу сказать? Вообще очень бодрая техника. 19 лошадиных сил здесь заявлено. Меня, взрослого мужика, везет вообще, ну, даже без какого-либо напряжения. Вот, я специально поинтересовался, сколько тут он выдерживает. Мне сказали 160 килограмм, то есть можно на нем 160 килограмм возить. В принципе, можно даже вдвоем будет учить ребенка. Вот, я думаю, с этим проблем не будет. Ну и как бы, поскольку я на нем прокатился, чувствуется, что добротная техника. То есть все собрано, ничего не люфтит, все качественно. И как бы еще и гарантия 3 года. То есть, если какие-то вдруг возникнут проблемы, всегда можно обратиться. В течение 3 лет вообще никаких проблем. Ну и даже постгарантийное обслуживание всегда доступно. Покупка очень доволен, смотрится вообще обалденно.